Про найголовніше за 13 листопада поговоримо із Романом Світаном. Пане Романе, добрий вечір. Раді вас бачити. Вечір добрий, бажаю всім здоров'я. Пане Романе, дійсно раді вас бачити. Маємо сьогодні насичений новинами день середи. І традиційно про те, як почати нашу з вами розмову, наш стрім, ми тут традиційно спочатку звертаємося до нашої з вами шановної аудиторії, хто от просто зараз дивиться або подивиться пізніше вже записи ввечері. Прямо зараз ставте лайк наперед, якщо не сподобається в кінці забрати, також прямо зараз напишіть коментар, ваше місто, ваша країна. Знаємо, що у вас дуже багато, а тож діліться от прямо зараз своїми містами. І підпишіться на цей ютуб-канал, тому що з вашою допомогою ті меседжі, які ми будемо обговорювати, їх почують якомога більше людей. І, пане Романе, починаємо з того, що на території тимчасової Росії починаються бунти. Російські військові влаштували бунт в казармі в Новосибірській області та втекли, щоб не йти на так зване СВО. Пишуть, що сімох вже затримали, втім, очевидно, що це далеко не остання історія, що військові будуть і далі витікати. Тут, пане Романе, питання до вас, що вже вам про це відомо, наскільки слід очікувати, що таких історій може бути ще більше далі, та наскільки в цілому в контексті цієї війни слід розраховувати на умовного чорного лебедя серед російських військових? Російські воєнні бунти давати в большей своей массе точно не будут. Механизм набора, механизм обработки остатков российских мозгов, которые попадают в армию российскую, они не дают возможности россиянам реально бунтовать или там довести до уровня черного лебедя, который мог бы разорвать Российскую Федерацию изнутри. То есть это не тот немножко случай. Даже без там, финансирования, даже без... Единственное, что пайка должна быть, чтобы можно было что-то есть и за что-то выпить. И по большому счету российская армия определенное время будет выполнять боевые задачи. Это, я бы так сказал, точечные пока случаи, хотя их, естественно, намного больше. Но и армия не маленькая. У россиян реально, если с военнослужащими и служащими российской армии, больше 2 миллионов. Поэтому это не единичный случай, но и не такой масштабный, как бы нам хотелось. А то, что определенное количество не попадает в информационный поток такого рода бунтов, если можно так сказать, это заслуга российской службы, то есть контриков, контрразведки, естественно, определенного. Там есть особый отдел, так называемый, который более-менее ситуацию, плюс определенный механизм замполитов, которые также удерживают российский выход информационного потока в общий поток. То есть, я думаю, это не единичный, но еще раз повторюсь, он не приведет к каким-то потрясениям внутри России. Потрясением Россию развалит экономика. Та же самая картина, как и Советский Союз развалила недостаток финансирования, та же самая картина и с Российской Федерацией. Ее развалит внешние санкции, там цена на нефть ниже 40 долларов. Может быть, санкции вторичного уровня, наложенные на партнеров России, или обозначение России как государства-спонсора терроризма, которое приведет тоже к обрушению российской экономики. Пане Романе, також в продовженні теми Російської Федерації, російська редакція Forbes повідомляє, що російський диктатор Володимир Путін доручив уряду встановити розмір виплат російським військовим за поранення, отримані під час окупаційної війни в Україні, залежно від їхньої тяжкості. І максимальна сума одноразової виплати не збільшилася, але тепер її призначатимуть лише за тяжкі каліцтва. Загалом, якщо говорити так, то платитимуть менше російським окупантам, що Путін затвердив нові правила виплат пораненим окупантам. Чи можуть потенційно в подальшому зменшитися і виплати за підписання контракту з боку окупаційної армії Російської Федерації? Та як щодо мотиваційної складової, чи так само, якщо при зменшенні ось цих виплат, чи зменшиться відповідно і мотивація російських окупантів йти на війну? Ну, уменьшение выплат, даже не выплат, а уменьшение определенного набора повреждений россиян при выплатах – это попытка бороться с самострелами. Россияне иногда сами себя калечат для того, чтобы либо выплаты получить, либо уйти на определенное восстановление, потому, скорее всего, это именно эта борьба. Ну вот то, о чем я сказал ранее, то есть и экономика может в конце концов
нарушить систему управления в российской армии. Экономика, то есть недостаточное количество финансирования под разные программы, в том числе и реабилитационные, могут подкосить то количество рекрутов, которые сейчас набираются в российскую армию. Но опять, у них останется механизм принудительной мобилизации, бусификации уже у себя по-российски, которые они могут запустить. Потому надо, если обрушивать экономику, то надо масштабно это делать с помощью большого механизма санкционного. Також, пане Романе, в західній пресі з'являються доволі цікаві матеріали про те, що очікується, що Трамп незабаром призначить українського мирного посланника, який очолить переговори про припинення війни з Росією, повідомляє Fox News. Ви бачите дуже високопоставленого спеціального представника, людину з великим авторитетом вже найближчим часом. Про це пишуть американські ЗМІ. На вашу думку, хто це може бути? Як ця комунікація з українською владою та Кремлем може відбуватися, бо, як на мене, формулювання «мирний посланник» доволі дивне. І тут, будь ласка, пане Романе, ваша аналітика. Ну, був такий Волкер у нас теж, такого плану, примерно, посланник, який, ну, виконував определені задачі, але не було такого масштабних наступальних дій, не було сотень тисяч убитих українців. Тому на даний момент такий підхід с некими мирными инициативами, ну, он немножко уже не на часе, как скажут у нас в Украине. Это не вовремя, уже это время упущено. И на данный момент, скорее всего, оптимальный вариант – это, конечно, принятие некоторых мер воздействия на Путина. А меры экономические. То есть вот те меры, которые сейчас администрация Трампа будет распространять на Китай, ну, по крайней мере, видно будущее противостояние экономическое с Китаем. Вот такого же плана меры должны быть наложены на Россию. Только это ее стреножит. На данный момент никаких мирных переговоров с Россией нет смысла вести. Их вообще нет смысла вести. Дело в том, что мира в Европе, а тем более в Украине, не будет, пока существует Российская империя, Российская Федерация в том виде, в котором она сейчас есть. То есть недоразвалившийся Советский Союз, он будет пытаться восстановиться, будет постоянно нападать на практически всех рядом стоящие государства, особенно там, где еще осталась российская кровь, так сказать, они почему используют этот момент, связанный о том, что они там пытаются восстановить российский ареал, ареал проживания русских, почему есть проблемы у стран Балтии, у Казахстана. Там очень большое количество этнических русских, так называемых. Поэтому, я думаю, нет смысла вообще саму идею запускать каких-то мирных переговоров. Никто ж, ни у кого нет сейчас идеи сесть за стол переговоров с Советским Союзом. Почему? Да его нет, он развалился. Вот та же самая картина должна быть и по Российской Федерации. Нет смысла мирных переговоров в будущем с разваливающейся империей. Поэтому я думаю, ну, здесь надо нашим политикам сейчас правильную, грамотную позицию занять. Причем далеко ходить не надо. Возьмите Конституцию Украины и занимайте именно вот такую конституционную позицию. Сохранение территориальной целостности, суверенитета, это должно быть во главе угла. А дальше предложить некоторые механизмы посланнику. Неважно, кто он будет. Он, скорее всего, будет юристом, может быть, одним из знакомых с международными договорами человеком, ну, то есть профессионалом в этом смысле. Ему надо показать наши задачи окончательные. Еще раз повторюсь, это развал Российской империи. Он может быть и, кстати, при Трампе. Удар по Китаю, основному партнеру России, такой серьезный экономический удар. Он, в конце концов, отобьет голову российской гидре. И эта возможность такая есть. Потому надо показать правильность нашего, то есть цели, надо обозначить наши цели, развал Российской империи, надо обозначить наши границы, то есть суверенитет и полная территориальная целостность нашего государства. А дальше возможность запуска каких-то механизмов, которые могли бы помочь нам достичь этих целей. Один из механизмов — это запрос ленд-лиза. Это то, что уже было решено один раз в 2022 году, правда, угроблено предыдущей администрацией Байденом и нашим послом или послицей
в Соединенных Штатах, ленд-лиз, который даст возможность нам выполнять свою основную задачу восстановления территориальной целостности. Ленд-лиз, уровень ленд-лиза уже определен бывшим, то есть экс-генсекретарем, экс-руководителем администрации того же Трампа Помпео. Он уже определил где-то около полтриллиона долларов предполагаемый ленд-лиз. Вот связывать эти цифры и пытаться достичь определенных договоров с Соединенными Штатами только поэтому, по этой позиции. Нам сильно помогать-то не надо. Имеется в виду, нам, в принципе, вообще в этом смысле помощь как таковая, там односторонняя, не нужна. Мы можем под ленд-лиз взять то, что нам хотелось бы под ленд-лиз взять те вооружения, те боеприпасы, которые нам нужны для уничтожения российской армии, заплатит за потом Россия в счет репараций и контрибуций. Потому в этом смысле, даже с точки зрения экономики, это еще будет где-то полутриллионный долларовый ноша на российскую экономику, которая в конце концов ее и задавит. Пане Романе, звертаємося до наших глядачів, що саме ви можете писати свої думки під YouTube-трансляцією. Дякую вам, що ви пишете, звідки ви нас дивитесь. Зокрема, бачимо, що нам пишуть із Бучі, Запоріжжя, з Кентукі, з Мінська, із Чехії. Подякували вам за вашу активність. Якщо у вас якісь запитання до пана Романа, ви можете їх писати. Пане Романе, ви згадували Конституцію України. Пропоную вам згадати Конституцію Сполучених Штатів Америки. До чого це? Трамп сказав, що він не готовий балотуватися на третій президентський термін, незважаючи на положення Конституції, якщо вдасться придумати щось ще. Додам, що згідно з 22-ю поправкою до Конституції, одна і та ж сама особа, людина, може бути обрана президентом Сполучених Штатів Америки не більше 2 разів, неважливо, це підряд або із перервою. Чи ось такі слова Трампа про намір балотуватися на третій президентський термін, чи є натяком на встановлення такої собі диктатури? Он в таком возрасте, который не дает ему возможности там рисовать впереди несколько десятков лет управления государством, потому вряд ли это там установка диктатуры, это может быть настраивание некоторых механизмов государственного регулирования, не исключая возможности, что и изменения в той же Конституции, если это возможно. В конце концов, все будет в рамках правового поля Конституции Соединенных Штатов, и если это невозможно, то никто Трампу не даст ее изменить или внести поправками какие-то другие механизмы. На данный момент, в принципе, у Трампа есть такая возможность. Практически республиканцы сейчас заняли и Сенат, и Палату представителей, то есть практически Конгресс, плюс сам Трамп президент. Но там в Америке все-таки есть независимые институции, те же суды, которые не дадут возможности власть узурпировать, тем более надолго. Вот есть 4 года, и то там большие вопросы. Есть определенные промежуточные голосования там каждые 2 года в тот же Конгресс. И есть вопросы по поднятию, то есть запуска механизма импичмента, если уж сильно начнет тот президент, у которого там на 4 года полномочий, начнет узурпировать власть. Там нет такого механизма, чтобы там 6-й год выполнять обязанности президента. Там четко распланированная система, когда вступают в должность, когда заканчиваются полномочия у каждого президента. Там нет этого механизма растянуть, пожевать немножко, порассказывать сказки без подтверждения Конституционного суда продления полномочий. Потому я не думаю, что узурпации власти Трампом, ни кем бы то ни было, американцам угрожает. Тем более сама все-таки Соединенные Штаты — это десятки штатов, у которых есть свое законодательство в том числе, и такого рода действия, допустим, Трампа, могут привести к развалу государства Соединенных Штатов, то есть развалу Америки таковой, потому вряд ли он на них пойдет. Також, пане Романе, от перед тим, як перейдемо до наступної теми, не забуваємо про нашу аудиторію, що стати учасником цього стріму дуже просто. Можна от прямо зараз написати ваше місто, звідки ви нас дивитесь, поставити лайк на підтримку аналітика Романа Світана, тому що лише так, з вашою допомогою,
це відео потім подивиться якомога більше людей, а основне ті меседжі, які ми обговорюємо, їх почують якомога більше людей. І, пане Романе, в НАТО надасть військову допомогу Україні в такому масштабі, щоб Збройні Сили України були готові продовжувати вести бойові дії в наступному році, про це запевнив Блінкен, за підсумками зустрічі з Рюте. Також адміністрація Байдена посилить свою підтримку України протягом кількох місяців до повернення Трампа в Білий Дім. От такі матеріали з'являються в західній пресі. Пам'ятаємо, що от буквально вчора був матеріал від The Economist про те, що активна фаза війни може закінчитися вже найближчі місяці. І там навіть вже прогнозували, що можуть бути президентські вибори. Втім, тут треба додати, що радник Офісу президента Михайло Подоляк заперечив цю інформацію. Втім, пане Романе, в будь-якому випадку, як треба сприймати такі сигнали всередині нашої країни та глобально, як на вашу думку, в більш геополітичному контексті можуть розгортатися події найближчі роки навколо України, і, зокрема, і в контексті військової підтримки Збройних сил? Ну, Блінкен – один із топ-руководителей адміністрації Байдена, которому, в принципі, можна вірити. Це не Салліван, це не Бернс. Да и не Байден сам по себе, тем более не Обама. То есть у Блинкена есть свое видение, в принципе, это политик довольно-таки серьезный, и он правильно настроенный по отношению к экспансии России. Потому его слова тут вес действительно имеют. Ну, о Рюте мы уже неоднократно говорили. Это четырежды премьер Нидерландов, который сейчас управляет натовским хозяйством, который тоже прекрасно понимает, что такое Россия, как против нее надо бороться, какие механизмы. И вот эта встреча, конечно, расставляет некоторые точки над «и» для использования той помощи, которую нам еще действительно могут оказать уходящие политики до 20 января. Там и до 9 миллиардов помощи, которые по двум программам могут нам быть поставлены, и по PDA, там около четырех основных, и еще три сейчас возвратных, до 7 миллиардов по PDA, по USAID где-то больше 2 миллиардов. То есть в районе 9 миллиардов мы могли бы получить еще до 20 января. Это было бы неплохо, практически по миллиарду долларов железа, в железе, еженедельно, то это бы у россиян возникли бы, мягко так скажем, сомнения в их выполнении задачи СВО, так называемых. То есть, ну а дальше сейчас публикации идут действительно по возможности президентских выборов после замораживания или, по крайней мере, снятия мобилизационной определенной готовности. Ну, так выборы именно президентские можно проводить и во время боевых действий. Там только с законом какие-то есть ограничения. Снять закон, Конституция не запрещает провести президентские выборы. Непонятно, почему они до сих пор не проводят. Не проводятся, потому что полномочия президента Конституционный суд не продлил 21 мая, запроса просто не было. Потому механизм этот может быть, вот даже в тех же Соединенных Штатах, на удаленке, если так можно сказать, проголосовало почти под 100 миллионов, в районе 70-80 миллионов избирателей. Для этого не надо было выходить на избирательные участки. То есть механизмы есть, потому непонятно, почему под президентские выборы надо останавливать боевые действия, если во главу угла ставить именно президентские выборы. Это вопрос. Ну, остановка боевых действий на данный момент технически невозможна. Порошенко в свое время в 2014-2015 году как ни пытался остановить боевые действия, так там 400 километров фронта по 30 тысяч человек с одной и с другой стороны было, вернее, 30 тысяч человек с нашей стороны, с той стороны 30 тысяч террористов. Но не в этом дело. Остановить боевые действия невозможно. А когда армия сцепилась, и теперь две армии полумиллионные на 1500 километров фронта, нереально технически это выполнить, потому это из точки зрения, пока на данный момент это из области фантастики. Механизмов нет, потому нам воевать где-то года три еще как минимум, пока не разобьем Российскую Федерацию. Единственное, что Трамп нам может помочь именно вот таким ленд-лизом на полтриллиона долларов, и это было бы помощь, которая ускорила бы боевые действия. То есть, по большому счету, если у нас появится такого рода помощь, то мы можем время с трех лет уменьшить раза в полтора.
Пане Романе, також топ-генерал НАТО назвав умову, за якою Альянс вигнав би росіян з України. Роб Бауер сказав наступне, що, цитую, «Я абсолютно переконаний в тому, що якби у Росії не було ядерної зброї, ми би вже були в Україні, тобто війська НАТО, щоб витрути росіян звідти, з території України. Але у росіян є ядерна зброя, тож це не те саме, що Афганістан», сказав Роб Бауер. На вашу думку, чи зараз ядерна зброя є єдиним основним стримуванням для НАТО не відправляти війська на територію України? Чи є ще якісь фактори, які можуть на це впливати? Если с дипломатического на военный язык перевести, то примерно это выглядит так. Мы так обделались ядерной угрозой России, что ничего не дали. Ну вот примерно так это выглядит, и зря вообще эту тему поднимать. Во-первых, она неверна в корне. Почему? Потому что нет смысла бояться американцам, допустим, российского ядерного потенциала. Абсолютно никакого. Они его не успеют использовать, именно американцы это прекрасно знают. Ну, то есть там есть определенные механизмы сдерживания и ядерного в том числе, и, естественно, неядерные механизмы воздействия на невозможность применения ядерного оружия именно России. Плюс есть определенный консенсус между этими практически десятком сейчас уже ядерных стран, у которых есть ядерное оружие, та же Северная Корея, и Россия, и Китай, и Пакистан, Индия, Израиль, там и Иран это прекрасно понимает, хотя там еще, может быть, еще и там нет ничего. Но и Франция, и Англия, и Соединенные Штаты. То есть есть консенсус о неприменении ядерного оружия, иначе оно просто расползется по всему миру, и эти десяток практически стран потеряют определенные рычаги воздействия на экономику, в том числе в мире. А это очень, это триллионы долларов потерь. Потому они не дадут никому и сами не будут использовать ядерное оружие. Потому, с одной стороны, генерал чуть кривит душой, а с другой стороны, как-то показывает слишком свою боязливость американцев. Но это ни в корне не верно. То есть, скорее всего, какая-то попытка скрыть договоренности, из-за которых не участвуют американские и британские войска в нашем конфликте, хотя могли это делать. Могли, потому что согласно Будапештскому меморандуму и Британия, и Соединенные Штаты являются гарантами нашей территориальной неприкосновенности. А сейчас российские войска находятся практически над пятой части Украины. То есть такая попытка, довольно-таки по-детски, даже с каким-то посыпанием пепла на голову отмазать свое правительство. Нехорошо смотрится. Пане Романе, до фронтів давайте перейдемо. Збройні сили України готові відступити з Курахового, але поки ще не отримали накази зверху. Про це пише західна преса з посиланням на командира артилерійського підрозділу. За словами військового, російські війська атакують в цьому районі з трьох сторін, а сили окупантів декілька разів переважають українське. Про ситуацію в цьому районі, на цьому відтінку ми говоримо з вами постійно тиждень. Що означатиме, простими словами, якщо Збройні сили дійсно зможуть відійти з Курахового, чи зміниться архітектура фронту і що буде далі після нашого відходу? Курахова на даний момент в этой конфигурации, которая сейчас есть, замковый камень фронта. Если нам придется его оставить, то фронт выровняется по линии где-то Константинополь-Покровск. То есть мы потеряем юго-западную часть Донецкой области, а южнее Покровска, так это точно. Россияне смогут тогда отработать по линии Великая Новоселка-Покровск. Вот это почему сейчас на последнее время активизация идет на юго-западной части Донецкого фронта, как раз на границе между Запорожской и Донецкой областью. Это тот называемый Временский выступ. Россияне пытаются прорваться в сторону Новоселки, Великой Новоселки, дальше по направлению в сторону Покровска. То есть вот будет выравнивание как минимум сначала по линии фронта Константинополь-Покровск, а потом еще чуть западнее, по линии уже Покровск-Великая Новоселка, это практически уже западная часть Донецкой области, граница с Запорожской и Днепропетровской областями. То есть почему надо сейчас найти резервы вплоть до постановки строить тех же силовиков, ТЦКшников, у нас там есть десятки тысяч
человек, которые могли бы стать строй, помочь вооруженным силам Украины, как это сделали полицейские и нацгвардии в районе Покровска. И усилить Кураховское направление, хотя после подрыва дамбы Кураховского водохранилища северная часть дороги этой, которая основная, питает через тот же Константинополь, Курахово с Запорожья на Донецк идет трасса. А вот эта северная часть, она сейчас залита будет водой, подъем там пошел по реке Волчьей. Небольшой, конечно, там ширина реки несколько метров, а сейчас там, ну пусть несколько десятков метров, но тем не менее, подъем пошел, и двигаться можно будет только вдоль этой трассы со стороны Запорожья. И если россияне к Константинополю с юга через разлив подойдут, с Ясной Поляны, то, в принципе, там уже будет прорисовываться оперативное окружение, из которого надо будет однозначно выходить с боями, но надо будет отходить, и тогда фронт посыпется практически до уровня Константинополь-Покровск. Дальнейшие россияне получат дальнейшие механизмы движения дальше на запад или уже развернутся на север, там на Покровск пойдут дальше на Доброполье, это на выход на северо-западную часть Донецкой области. Ну, это по самому, так сказать, хорошему. Но по плохому может начаться дальше движение в сторону Павлограда, это же Днепропетровская область. Но это не в этом году. То есть такого рода действия, движения, они происходят месяцами. Это стратегические некоторые направления. И что плохо будет, если мы выйдем из Курахова, оставим Курахова, то есть снимем проблему россиян и к их уже полуокружению, оперативному окружению и Покровского вклинения, и того же Константинопольского вклинения российского, которое они сейчас организовали со стороны Угледара. То есть дадим возможность россиянам укрепиться на юго-западной части Донецкой области. Поэтому не хотелось бы это делать. Понятно, не хотелось и уходить с Авдеевки, с Очеретина, но если в ответ такой прямой на вопрос, надо оставлять, бросить максимум усилий как раз на удержание именно Курахова. Сейчас там часть Курахова, восточная часть Курахова контролируется россиянами, они дошли практически до балки Долгой. Это восточная часть Курахова, она практически перекрывает дальнейшее движение россиян, то есть удержим на этой балке, перекрывает дальнейшее движение россиян с востока от Донецка на запад в сторону Запорожье по Курахово, и там их можно остановить. То есть, ну опять же, достаточное количество сил, средств на это направление. Если они есть, это надо делать. Если их нет, то тогда надо принимать решение на отход. Пане Романе, також Генштаб Збройних сил України повідомляє, що рашисти перевдягнулися у форму Збройних сил України і спробували прорвати нашу оборону на Куп'янському напрямку. Варто наголосити, що це порушує закони та правила ведення війни і є абсолютно воєнним злочином. Але росіян це ніколи не зупиняло. Загалом ворог задіяв під час цієї атаки близько 15 одиниць техніки. Штурм відбито. Сили оборони України «Титани». Дякуємо їм за це, те, що вони тримають оборону, відбувають штурми. Пане Романе, якими є загрози нині для Куп'янського напрямку? І чи може надалі ворог вдаватися до таких атак і спроб прорвати нашу оборону в такій кількості техніки і, можливо, навіть більше? Они практически уже контролируют район Колесниковки, это как раз переправа справа на левый берег, южнее чуть Купянска, Купянско-Узлового. Сложилась сложная ситуация, но не опасная пока, по крайней мере, для Купянского гарнизона по левобережью Оскола. То есть там с правого берега у нас достаточное количество дальних средств поражения, которые россиян, в принципе, как только они их вычисляют, они их разматывают. Вот даже вот такого рода атаки, в переодетых хорошо, хоть не в женскую одежду, но тем не менее останавливаются и уничтожаются российские. Но тяжелая ситуация, когда дали возможность россиянам дойти до левого берега Оскола. Вот это проблема. Но опять же, это же проблема и у россиян. Они вышли, в принципе, узкой полосой, там 3-4 километра, и если будет достаточное количество. То есть механизмы переброски боеприпасов на левый берег и части усиления наших сил, то, в принципе, эту колонну российскую можно отсечь и взять ее в плен или уничтожить. Это возможность есть как раз вот в районе Колесниковки это сделать. Там есть попытки ко второй, у россиян ко второй переправе в районе Боровой двигаться, но там серьезные заслоны, и, в принципе, тоже наши, там и нацгвардия, вооруженные силы Украины
часть нацполиции удерживает это направление, и довольно-таки неплохо это получается. Я думаю, как раз вот Купинское направление сейчас на данный момент не такое опасное, тяжелое, но не такое опасное, как Кураховское. Да и россияне это прекрасно понимают, потому на Курахово переброшено большое количество сил, средств, а Купинское это уже по остаточному принципу. Те расположенные в этом районе российские резервы сейчас используются, сжигаются. Но пусть даже если они имеют подпитку с Россией, там недалеко Россия, несколько десятков километров практически, то у нас довольно-таки серьезная линия обороны, уже остаточная, так сказать, Кондовая. Это сама река Оскол. То есть река Оскол и Оскольское водохранилище, пусть она сейчас там сброшена, но тем не менее, это хороший рубеж обороны, который не даст возможности россиянам продвигаться дальше на восток, на запад, с востока на запад. Пане Романе, ми, як завжди, дякуємо вам за цю змістовну розмову. Дякую. Дякую за вашу прекрасну аналітику, роз'яснення, позицію. Роман Світанович, інструктор, полковник з вас Українська армія, традиційно відповідав на найголовніше питання цього дня. З вами був Владислав Соловйов, Ольга Білан. Ставте цьому відео лайк, напишіть коментар, звідки ви нас дивитесь. Також залишайте і великі коментарі з вашими думками, чи погоджуєтеся, чи навпаки ні, з думками пана Романа Світана, дуже цікаво їх читати. Також підпишіться на цей YouTube-канал та побачимось в ефірі на 24-му.